Шева, спасибо большое за донат. С просьбой оценить новый альбом «Щитов». Поскольку донат небольшой, будем перематывать иногда какие-то треки. Я надеюсь, это просто интро. Ну, в общем-то, «Щит» остались, так сказать, верны себе и продолжают, ну, типа, делать в звуке, который называется... Как там это, типа... Был на Ютубе такой прикол. Nirvana played surf-rock. Типа, если бы Nirvana играли surf-rock. Или Nirvana, вот, surf-rock cover. Сейчас, секунду. Рандомную какую-нибудь. Вот, собственно, получилась бы музыка группы «Щит», как раз пример. Так, ну что, ладно, слушаем. Стоп. О, хера там что, смотри. Навалили веселье. Ну просто, чуваки, кто альбом этих Дейла слушал, тот как бы ни одному приколу «Щитов» не удивляется. То есть, типа... Впрочем, как и у группы «Щит». Так что характер жанра передан прекрасно. Спасибо Тарантино за эту музыку. Ну, в общем-то, да. И этим чувакам «Такси», которые сняли тоже. Тут всегда слышишь залупу камер, потом находишь оригинал, потом разыгрываешь. Ну, Beach Boys, да. Ну, типа, классно, здорово, вообще неинтересно просто, и все. Ну, то есть, я полагаю, что те, кто их слушают в основном, для них это все в новинку, потому что им 15 лет, я не знаю. Тогда ладно, пожалуйста. Я не знаю, здесь при этом не спето интересно, не сыграно интересно. У них упор вообще в тексты, как будто. Ну, а музыка с упором в тексты — это всегда кал. Потому что какая разница, какой текст, если музыка прям хрень-хрень? И какая разница, как бы... Ну, то есть, короче, мне кажется, вот так нужно. То есть, если текст очень хороший, но музыка хрень, то только позорится этот хороший текст. Если даже, наоборот, плохой текст, но с хорошей музыкой, то людям может это как-нибудь понравиться. Поэтому музыка важна очень. Нельзя текст ставить настолько в приоритет. Тем более его тут не разобрать. Короче, не знаю, тын-та-ты-тын-та-ты-тын, писька-пи-писька здесь там.
тадан тудам тадум тудам. Короче, вот этот. Так, я смотрю в окно и хочу взять себе Dr. Pepper. Секунду. Так. Я не думаю ни о чем. Ну, типа, я так думаю, что будь я девочкой, будь мне 14, мне бы понравился голос чувака. И все так, о, бля, теку. Кажется, где-то себя. Кажется, где-то. Ну, то есть он не поет при этом. У него прикольный сам тембр голоса. Но поет он прям хуёво, в общем-то. Мимо нот немного. Теперь, кажется, я ни при чём. Слова как бы рот открывать почему-то не хочет. Теперь, кажется, я ни при чём. В данном случае это именно не манера какая-то крутая, а это именно неумение петь. Ну, то есть, только так умеет. То есть, это не пассаж, например. Сведено, да, очень хорошо сведено, да. Звук классный. Одни и те же три аккорда на одном и том же ритме мы слушаем. Дальше. Экспресс оценка альбома по акции. Целиком не слушаем, перематываем просто. У него, типа, судя по названиям и по текстам песен, у него прикольная фантазия в плане вот образов и так далее. Но музыкально, типа, вот кто у них там, не знаю, отвечает за то, чтобы сочинять, ну, прям слабоваты, чуваки, я не знаю. То есть я бы просто даже от скуки, не знаю, позаморачивался бы, чтобы что-то поинтереснее было. Почему перестали делать хуки? Да, они не умеют. То есть они очень слабы как музыканты. Из-за этого они понятны своей фаном, ну, как бы аудитории. То есть людей, которые плохо слышат музыку, их гораздо больше. И это как бы чуваки, которые... У них хорошее чувство вот звука самого, то есть... Там играть, сочинить, вот это вот там, спеть, они не умеют. Но вот звук сделать они умеют. Клёвый. То есть они чувствуют хорошо, вот как бы это звуковое такое настроение поколения, не знаю, в этом дело. Слушать их неинтересно, но приятно. Впрочем, как и малолетних зумерах тёлок. Осуждаю, блядь. Неинтересно, но голос приятный. Меня отпустит пусть любая мысль. Сердце замерет всего. Ну скука, скука ебаная просто. Оно горит, оно не ищет смысла. Не бас, ну нет, бас что-то делает, кстати, там. И не слушает совсем. Хоть немного можно послушать, что происходит. Ну и то, не так много всего. Барабаны ничего не делают, вокал ничего не делает, гитара нихуя не делает. Просто сравниваешь со Stain. Понятно, абсолютно другое настроение, но... Типа это просто музыка, в которой что-то происходит, в которой есть что послушать. Многогранный, каждый инструмент, и все вместе тоже. И там, ну, типа, серф-рокича этого. Хз, вот даже Дик Дейл, типа, опять же, он, ну, не супер чисто играл. Но
Там звук плюс интересность хотя бы чисто из-за того, какой он придумал стиль звучания тогда, в то время. То есть здесь не происходит просто именно абсолютно ничего, из-за чего это было бы интересно слушать в этом треке. Только вот это вот само характер звучания, типа пиздани реверба и просто что-нибудь мягонькое дрочит на гитаре без перегруза. Типа депрессивно ныть, глядя в стены. Тиндер там, как это, блин, ТикТок, кринж, вайб. Терять себя, но все, что должен знать, ты знал уже с рождения. Сложные ответы на простые вопросы. Тебя лишь жить научили, но если любишь, отбрось все это. Мам душит. Блять, ну залупа кантри я слышал в 10 лет. Вот это прям еще вот, вот этот ритм, это мой, блядь, самый нелюбимый кантри ритм. Вот это вот хуйня вся, блять. Сейчас нахуй ебоманный. Я не знаю, ну сколько можно уже эту хуйню просто 70 лет, блять, играть. Надоело? Хватит, блять. Отстаньте. Помните, в South Park был вот этот чувак, который... Если бы была какая-нибудь бла-бла-бла, я был бы так счастлив. Кто этот? Крейг или кто? Я не помню, как его. Вот этот нахуй, вот он собрал рок-группу, блядь. Шаг до воды, а потом от воды. Подкрыти скорее сюда, солнце, закат ушел. Просто не знаю. Бум-бам, та-там. Пам, барабанщик выучил, по-моему, ровно один ритм, блядь. Такой, нахуй, все, заебись, я пошел в группу. Я был бы так счастлив с тобой, но я без тебя. Спасибо большое. С одной стороны, они остались верны себе, звучат так же, то есть как бы держат планку, как всегда, щит, как бы. Ну и, собственно, никто не требует от них ничего, я просто говорю, что, ну, это хуйня. Именно поэтому на ней 500к прослушиваний, потому что это хуйня, блядь. Противоречия нет. Блять, я не знаю. Я пытаюсь понять, вот что в них, блядь, есть. У них как бы хуже, и, блядь, они типа из-за этого звучат по-другому. Типа лучше этим. Потому что атмосфера, допустим, этой музыки подходит, если ты, блядь,
фрик-тиктокер, типа, из России. А это, типа, нет, да, или что? Я не знаю, нахуй. Сходите, с бомжами пообщайтесь, там такая же музыка, блядь. Другое такое зумерское прочтение группы Кино, по сути, еще чем-то. Хотя Кино тоже крок. Это то, что еще их объединяет. Ну, скучно, ничего не происходит. Какой-то там wannabe Lakers, не знаю. Вот хуйня. Десять дней за неуплату. Я в трубку и не взял сама. Ты в этом виноват. Это же на русском, может, еще лет назад просто было все. Те же два аккорда одинаково, блядь, сыгранные. А так это Club Nothings, да? У них эти треки, я в ахуе. Они прям смакуют это все. Здесь вообще звук передавленный какой-то, бредовый очень. Здесь плохо сведено. Боже, сколько на скидки, блядь! Словом расставлены. Скильки нахуй! Просто... Блядь, я в ахуе.
от скуки можно пожухнуть. Блять, как будто школьники, которые, короче, оскают возле станции метро, каким-то образом дорвались до студии и записали альбом своей авторской музыки, блядь. В прошлое вся их музыка была такой. Не то что альбом. Я не знаю, честно, ну. Ничего не включишь, все вот. И это, блядь, 5 минут. Блядь. Просто пиздец какой-то. Ноты. Просто хуй знает, есть вот это, да, там. И этот в конце концов есть. Залупа трек, да? Есть просто говнючая пародия на всю эту хуйню. Типа, вот на то, все, третье, пятое, десятое. Как-то очень так вот криво, типа. Как в анекдоте, типа. Что два еврея встречаются, один другому говорит: знаете, Битлз полное говно вообще, не музыка. Говорит, а почему? Так они, ну, картавят, в ноты не попадают, фальшивят. Это откуда у вас такие вообще выводы? Так мне Изи напел. Короче, блять, вот щит — это тот самый Изи, который напел, как бы, тебе хорошую музыку. То есть у них, в принципе, много элементов чего-то такого клевого, что изначально было круто, но они настолько погано это все изображают, что в итоге хуйня все равно рядом стала. Но не признать, что тут есть интересные элементы. Ну, как бы нельзя, да. Что-то есть там. Но от этого только обиднее, наоборот. Было бы просто говно, ну и ладно было бы. А тут как бы не говно местами. Сам там звук, типа. Некоторые решения. Блядь, такое. Виктор Цой переселился в ТикТок просто, блядь. Какая-то радиохэтчина вообще какая-то, что ли, такая прям дрисная, причем какая-то. Да. То есть, ну, я узнаю всю эту хуйню, я, блядь, слышу вот эту. Кого вы просто, ну, не надо меня этим пытаться наебать. Все, вот все эти эффектики, блядь. Борды эти сраные. Это все просто там. Короче, вся эта залупа ее. Очень много вариаций есть. Маткой жестко дышу постоянно. Все дерьмо, мое горючее. Ты не отчаивайся. Дерьмо его горючее. Ну а сейчас сожги себя еще раз. На всякий случай. Ну вот если бы они не повесили залупа-сатуратор на мастер, из-за которого звук как бы уже, ну. Бля, я понимаю, что было желание сделать гаражный звук.
в этом треке. Но почему он сраный-то по верхам? То есть гаражный, еще раз, вот те же самые Slakers, которых я врубал. Да, это заебись, это вот гаражность, вот это типа сраность такая, расстроенный звук и так далее. Но нет перегрузов этих обосранных вот на верхних частотах, которые здесь такие вот прям дресня. Сатурированный этот голос тоже. То есть это уже не какой-то годный блюз-рокич получился, хотя это почти он. Не как здесь, например. А, какой как в жопе у коня. Здесь это распределено просто грамотно. Сатуратор, чистый звук и частоты, которые перегружают. А тут типа вот просто насрали во все. Я хотел бы провести время вместе, но сори, мы живем с тобой. И в итоге все не так работает, как должно. Какой-то... Ой, блядь, вообще на этот, на Måneskin-овский трек похоже. I wanna be your lobster, I wanna be your drister. Такой вот такой. Вот это было неплохо, начало за здравие, но в итоге... Ооо, ну наконец-то, блядь. Чат, это для нас. Залупа сладж от группы Щит, ребята. Вообще не так плохо, смотри, блядь. Хуя, смотри. Блядь, а если они так могут, нахуя они вот эту хуйню все играют, вопрос. Конт, блядь. Сайт-проект Сергея Сокола. Типа такой нойз-панк, да. Но для девочек. Короче, это как, знаете, как Король и Шут, типа, для детей. Вообще нет, даже есть что-то. Да, реально. Как будто, бля, реально прослушали меня и такие, ладно, ладно, все, сейчас сделаем. Братан, сори. Вообще нормально идет драк. Возможно, они просто во время записи этого альбома к 12-му треку впервые потрахались с женщинами. И наконец-то начали что-то чувствовать. У меня есть такое предположение, и другого объяснения нет. Так, сейчас, секунду, руки помою. Я бы сказала для... Ну, понятно, да, то есть... Это для детей с надеждами. То есть, если ты безнадежный, то да, там инстасамка, Моргенштерн и так далее. Если ты все-таки пока еще шкила, но есть надежда на большое будущее, вот тогда Щит, блин. Альтушки из Китая города. Нет, знаешь,
13-летние девочки, которые хотят в будущем стать альтушками из Китай-города. Это целевая аудитория, блядь. Будущие альтушки с Китай-городом. Ну, заебатый трек, холодно. Это называется «Моя река». Моя рука. Мы не похожи на котят, и длинные когти наши летят. Бля, реально, я говорю, отвечаю, они вот где-то, вот между вот этими треками, они подержались за руку с женщинами, серьезно. Смотрите, нормально пошло. Как они хотят, звезды в небе никогда не спят, а мы для них похожи. Смотри, бля, нормально. Ну так, то есть уже, уже гораздо лучше. Я кручу еще один косяк. Начавкал немного, но... Даже вокал его в сраный нашли, как уложить, прикольно. Женщины дарят их на весь. Ну, да, да, окей, да. Если говорить более романтично, красивыми словами, можно и так. Но... Тут просто... Да. Звезды в небе никогда не спят. Я говорю, чтобы было понятно. Мы для них похожи на котят, пока весь мир танцует на гостях. Короче, не очень-то интересно, но это уже прям... Это уже даже не говно. Нормальный трек, смотри. Может, я уже в шее вступил? Смотри, прикольный трек. Ой, слушать мы его, конечно, не будем. Давайте следующий. Тоже пока нормально. Не следующий тумак. Да, блин, женщины, знаешь ли, чё они только не дарят. Нормальный трек, смотри, прям. Такой как... Не дрим-поп, но типа, да, что-то рядом. Правда и маткой дышу. Типа сеткор даже какой-то. Пчелиной маткой. Как говорится, вдохновнется и слать в ЛС, блин. Дышу свиноматкой. Тем, кто слышит, но не слушают, что им говорят. Сбивочка прикольная, смотри. Реальный барабанщик играть как-то стал нормально. Не дышать маткой, кстати. Буквально или что? Блять. Пиздец. Это рофл был, если что. Зачем? Как и нахуя? Реверок, смотри, пиздатый. Что очень долгие такие. Отклики, типа. Типа эхо, вот эта вот хуйня, она долго очень идет. Это клево. Массивно. Грязная лужа. Да, да, да. Ну, украли у меня трек, да. Ну, нормально, молодцы. Бля, может, я в шуе вступил? Я еще раз послушаю. Вот смотри. Нет, это реально хуйня. Хуйня.
Ну так. Залупа полная. Это можно сдохнуть от скуки. Это клоунада какая-то ебаная. Залупа панк. Это, блядь, 10 минут духоты. Вот, и смотри. Сладжатина. Звезды в небе никогда не спят. И мы для них похожи на котят. И длинные когти наши летят. Там звук даже какой-то другой, как будто, подожди. Болото в другое, что будет еще. Реально другой. Смотри, сильно другой звук прям, другое сведение здесь. Короче, желаю парням как можно больше соитий с женщинами и выпустить, наконец, приличную музыку. Спасибо большое за донат, человек с никнеймом Шева. Вот, реально, последние три трека норм уже. Успехов, может быть, следующий альбом наконец-то будет заебись.